short steps and deep breath. Everything is all right. Chin up, I can't step into the spotlight. She said, I'm sad, somehow without any words. I just stood there, searching for an answer. When this world is no more, the moon is all we'll see.
can't get to sleep. I think about the implications of diving in too deep, and possibly the complications, especially at night. I worry over situations I know will be alright. Perhaps it's just imagination. Day after day it reappears. Night after night my heartbeat shows the fear. Ghosts appear and fade away. Come back another day. Всем доброго времени суток. Сейчас в 15 часов 00 минут начнется мегакап номер 13. И помогите мне, пожалуйста, настроить стрим, чтобы вам было приятно смотреть, чтобы мне было приятно стримить. Хочу сейчас звук понастроить, чтобы меня было нормально слышно, чтобы игру было нормально слышно. Лучше сегодня нет. Сегодня я вместо него. Погромче, потише. Лагает картинка или нет? Так, я уже понял, что очень адекватные люди собрались. Спасибо, что уже сразу обозначили мой скилл в этой игре. Очень громко меня слышно или очень громко игру? Ну вот так, я думаю, будет нормально.
especially at night. I worry over situations that I know will be alright. It's just overkill. Day after day it reappears. Night after night my heartbeat shows the fear. Ghosts appear and fade away. Ghosts appear and fade away. Ghosts appear and fade away. I'm just all in blue, and I'm remembering you and the dress you wore when you broke my heart. I'm depressed upstairs, and I'm remembering where and when and how and why you have to go so far. Am I gonna be dressed all in white, and I remember the night you came on to me and opened up my heart. I was hollow then till you filled me in. Now I'm empty again. I should have dressed all in blue, and I'm remembering you and the dream.
dress you wore when you broke my heart. I had a way then, losing it all on my own. I had a heart then, but the queen has been overthrown. And I'm not sleeping now, the dark is too hard to beat. And I'm not keeping now the strength I need to push me. You show the lights that stop me, turn to stone. You shine me when I'm alone, and so I tell myself that I'll be strong. And dreaming when they're gone, 'cause they're calling, calling, calling me home. Calling, calling, calling home. You show the lights that stop me, turn to stone. You shine me when I'm alone. Voices I play within my head, touch my own skin and hope they're still.
А я напоминаю, это будет Mega Kill Go Cup номер 13. Призовые места получат за первое 5000 рублей, за второе 3000 рублей, за третье 2000 рублей. И, конечно же, к рейтингу Cup 13. С вами Фанат Рока, ждем последнюю команду и начинаем. Teenage wasteland, it's only teenage wasteland.
В эфире прогноз погоды. Приготовились все? Растущая влажность, барометры на ворот падают, и если верить всем предметам, пора выходить на улицу, потому что сегодня в первый раз вечером, где-то примерно в 10:30, впервые за всю историю с неба будут падать мужчины. Это мужицкий дождь, аллилуйя, дождь из мужиков. Эй, эй, мужицкий дождь, аллилуйя, дождь из мужиков. Эй, эй. Повторяю. Растущая влажность, барометры наоборот падают, и по всем приметам пора срочно выходить на улицу, потому что сегодня вечером впервые где-то примерно в 10:30, впервые за всю историю этой планеты с неба начнется мужицкий дождь. Приготовились? С неба падают мужики, аллилуйя, это мужицкий дождь. Эй, эй, и я тоже пойду на улицу, чтобы промокнуть там под этим мужицким дождем. С неба падают мужики, аллилуйя, мужицкий дождь. Очень разные мужики падают, высокие, блондины, брюнеты и худые, брутальные, выносливые, сильные, скупые. Господи, благослови матушку природу. Она, между прочим, тоже одинокая женщина. Она доставила нам радость. Она взяла в небо свои руки и сделала то, что давно уже пора было сделать. Она научила всех ангелов. Приказала им искать все небо, чтобы каждая нормальная женщина смогла найти своего самого лучшего мужика. Итак, всем доброго времени суток, с вами Фанат Рока, Мегакилл, Гоу Кап номер 13, 5000 на кону. И в данный момент я буду стримить команду DreamX против жесткого типажа. Музычку уберу, как только начнется. Да, это Гоу. Давайте все выйдем, похлопаем, мужицкий дождь. А кто-то говорил, что музыка... ну ладно, поехали. Видимо, будут играть Dust 2 SE. Отлично. Отлично, только что было нормально, тут на тебе. Так, маленькие технические проблемки. Аллилуйя, мужицкий дождь. Хей, хей. Дождь из мужиков. Аллилуйя. Рады все одинокие женщины. Аллилуйя. Каждой женщине по мужику. Аллилуйя. Ловите мужиков с неба. Аллилуйя. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. So much younger than today, I never needed anybody's help in any way. Now, but now these days are gone, and I'm not so self-assured. Now I find a change of mind and open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being around. Seems to
Ну, кто хочет, может идти гуглить и качать, мы вас подождем. Кто даст мне ссылочку на скачивание DDoS 2, которое находится на серверах Мегакила, будет молодцом. Это я почему-то не могу скачать, и у меня почему-то другая карта.
the ground. We say, because when I arrive, I'll bring the fire, make you come alive. I can take you higher. What the sense of God? I must now remind you. Итак, Мега Кап номер 13.1. За первое место будет 5000, за второе 3000, за третье 2000. Ждем мы двух игроков от команды «Жесткий типаж». Повторюсь, буду стримить «Жесткий типаж» против 45D. Будет играться карта «The Dust 2». На самом деле карта не сильно заполненная стратами. Всего лишь 4 выхода. Длина Зига, Мид и Истемки на Б. Отдельная ссылка. А чем тебе здесь не нравится? Но, надеюсь, все равно нам покажут отличную стрельбу, отличные подсадки. Вот примерно так смотреть мид очень хорошо. Ждем последнего игрока жесткого типажа. А, да, все правильно. Пока заполню музыкой время ожидания. Да, лагает, потому что я сворачивал CSGO. Сейчас не должно быть никаких лагов, я больше не буду ничего сворачивать, чтобы у вас не лагало, чтобы картинка была приятной для просмотра. Вот добрался последний игрок этой команды. Будут играть скоро ножи. Покупаем себе хостинг Мегакил и Сервачок. Тут чего-то. Типаж.
жесткий типаж. Пока назову составы команд. Это составный 45D, Trick, OK, Stilge, Crystal Castles и Twitis. Со стороны красной команды жесткий типаж. Fresh, Nixon. Будем называть его неизвестным игроком. Четверки и Женя 2RH. Дропов у меня лично нету. Если лагает, то либо это из-за гудгейма, потому что он не хочет нормально показывать трансляцию, либо у вас просто плохой интернет. Начались ножи. А, уже, видимо, ножи были сыграны. А, просто рестарт, прошу прощения. Было придумать такие ники, а? Которые нельзя, по идее, называть в стриме. Отдельную ссылку. Чем могу помочь? Хотя сейчас немного будет лагать. Сейчас, пока есть время, дам быстренько ссылку. Эх, давай выпьем, братец. Не хочет. Ну вот, такой эликсир сжечь, а. Видимо, это будет самый мой нелюбимый игрок в этой игре. Фреш. АВП на вармапе, обожаю. Неизвестно, почему не начинают. У кого-то, видимо, подхёрт. Надо поговорить с мамой, поговорить срочно с родителями. Можно ли мне участвовать в этом турнире, я не знаю. Или сходить на работу быстренько, забрать зарплату и пойти долбить в CSGO. Не знаю, чего ждут. Крутой типаж. Жесткий типаж, прошу прощения. Или же они пытаются просто найти ссылку на мой стрим, чтобы знать, а стримят ли нас или нет. И я скажу, да, вас стримят. Давайте уже быстрее начинайте. И у меня скоро начнется подсчет. Что происходит и... Почему он стреляет чистее? Отличная реакция. Показывает нам окей. Точнее, фреш. Отлично. Выманил его выстрел на себя, так сказать. Напомню, с вами Фанатрока. Лайв КС. Мега килл. Гоу кап номер 13-1. Вы могли бы участвовать в этом соревнований на этом турнире, если у вас есть сервер хостинга сервачок. Да, сейчас подлагивать должно было. Это я свернулся. Кстати говоря, пофиксили дигл, для тех, кто не знает. Теперь он немного меньше снимает урон. Немного меньше дамажит, но... Так и не исправили его рандомность. То есть, если ты бежишь на бегу, я не знаю, каким чудом надо попасть, чтобы убить в голову. Видимо, сидя, лежа, примерно так как-то. Стрим работает. Это Пакистан, говорят мне зрители. Так, все, пошло. Ножи. Сейчас будут кишки, кровь, мясо на ДЛ, все вместе. Пати for everybody, пати hard, давайте устроим. Выбрасывать ножи надо на респе, на самом... О, пистолеты, отчепятался, прошу прощения. Ну, давайте, мои любимые кабанчики.
конечно же, купили броню, 650 голды истратили, и осталось 50 голды для декоя. Декоя, чтобы все подумали, что стреляет, а тут нет, нет, нет. Остался один стил. И все-таки не смог он зарубить сразу двоих. Они его уничтожили. 45D начинают у нас за КТ. Посмотрим, как они будут рассаживаться. Так, и поехали. Непонятно сейчас с мини-картой, ну ладно. Один под Б, один на миде, на помощь под Б, и трое на А, двое ДЛ. Уже пошел первый контакт на ДЛ. Выбежал у нас неизвестный парень. Мейты его четверки забрили сразу же. Хорошие размены. По Зига ДЛ пытаются у нас пройти террористы. Кто-то смотрит мид, трое на А, правда, и это очень плохо для террористов. Все-таки делает минус гусь. Минус Никсон второй делает, отлично. Выходит ему Женя, помогает против двоих сразу. Фреш со спины сейчас должен делать один минус. Второй, давай, давай, Фреш. Нет, только одного забрил, но тут Женя, конечно же, тут как тут. И Фреш заканчивает. Добивает он трика и 1-0 в пользу жесткого типажа. Поздравляю я их с первым раундом. Заметь, ты единственный, кто из 127 уже человек говорит, что стрим лагает. Так что, думаю, тебе надо что-то поменять. Очень много пода, рассадка пода. Не было подсадки на Зигу. Но сейчас будет все равно перестрелка. Дропаж, фанган взял фреш. Ай-яй-яй-яй-яй, неуважаемый своих противников. Хотя это очень хорошо для экономики. Все-таки $900... Или 600, я уже не помню, там все время меняют. Скоро должны еще ввести, чтобы в CSGO можно было продавать оружие. Нет, дропов у меня нет. Так что не я виноват. А ВП уже купил в третьем раунде. Какой дерзкий четверки. И под Б собираются менты. Один Женя тут будет их встречать. Нет, нету аркад. Они просто расселись, будут думать. Увы, партнерки нету на этом канале, поэтому никак другое качество не поставить. Фреш уже подошел с мида. Да, будут они все-таки заходить на Б. Очень-очень странно. Вроде прошлись по А, но не тут-то было. Уже в темку прошли два мента. Фреш уже делает минус 2, минус 3 со своего дробаша. И на мид выходят последние две жертвы фреша. И минус 5! Минус 5 дробаша. Очень много у него сейчас денег должно быть. Да, 13300 в четвертом раунде. В четвертом раунде 13300, господа. Все, идет без лага, все прекрасно. Меня слышно. 3-0. Жесткий типаж выигрывают. АВП на ДЛ, Стилдж. Уже пошел первый размен на миде. Зря перестреливался Кристалл. Через стену попадает на 27 хп. Четверки. Нашмаляли ему также на 52 хп, но все-таки забирается Б. Не будет, скорее всего, четверки выходить. Хотя нет, попытается. Посмотрим, что можно сделать. Уже и на мид вышли, уже слишком дерзко играют террористы. И за это они получили минус 2 своих. Четверки уже с Б смотрит мид, засекает противника, конечно же, дает инфу. Окей, на Зиге будет сейчас встречать фреша. Великолепным спреем. Промахивается четверки, ай-яй-яй. Но все равно еще трое контров против двоих террористов, которые засели уже на Б. Калаш и АВП. Эх, четверки. Ой, отличный нузум. Ну что, Стил? Время показать себя во всей красе. Давай, нет, не попал. Жалко, мог сделать минус сейчас спокойно. Ну что он предпримет? Отдаст еще четвертый раунд? Или засейвит АВП и попытается от АВП сыграть в следующем раунде? Посмотрим. Эх, тайминг, дамы и господа. Если секунду еще подождал, мог убить кого-нибудь.
Это Good Game. Good Game. На Твиче там своя история. Я не могу стримить с Твича, только если прокси-сервера постоянно менять. Потому что я стримил клинику. А клинику стримить на Твиче нельзя, как я уже понял. Но они не хотят меня разбанивать, ну и ладно. Нет, нет и нет, еще раз нет, не лагает стрим, все, последний раз я это говорю. Покупайте себе нормальный интернет и будете нормально смотреть. Уже по Зиге проходит на фаст Женя. Ослеплен. Делается минус 2 террористов и... Вы что-то такое странное с минимапой. Никсон. Делан хорошие минусы, сейчас больше минусов за ним не наблюдается за последние 3 раунда. Очень жалко, очень хорошие головошоты повесил на А в первом раунде. Да, делается 3 в 3, остается 4 четвер... Больше четверок, я думаю, все-таки. Отлично орудует с АВП, просто можно сказать бог АВП, если бы не было World Edit, он бы был именно он топером АВП в мире, я думаю. Но это лишь мои догадки, конечно. Ставится бомб на... Оп, заметил, заметил. Будет простреливаться ящик, конечно же, не попадает. Ну, ящик этот не простреливается так легко и просто. Делает кристалл минус, уходит последний Никсон на Зигу. Но бомба-то в закрытую стоит, не видит он. Должен прикрывать сейчас своего мэта. Да, и бомба дефица 4-1. Счет в пользу жесткого типажа. Все-таки 45D смогли затащить раунд. Я рассчитывал на то, что у некоторых будет лагать, поэтому я даже битрейт немного снизил, чтобы качество картинки не было чуть-чуть похуже, но было смотрибельно для всех. Увы, такого никогда не произойдет. Кстати, 9.02 идет фреш. Ни одного ассиста никому он не дал добить своего. Свой фраг. Надейл делает четверки минус АВП. В это время уже под Б очень много. На мид выходит. Да-да-да, забрил, забрил. Неизвестный игрок. Стреляется с Б. Никсон, отлично. Что было с, Твитизом, я не знаю, но он очень сильно высунулся. Надо было ему сидеть на месте. Стил. Стил остается один с АВП на респе. Но он уже не жилец, он уже не жилец. Сейчас его убьют. Да, был. Хотел фаззумить, но не получилось. И счет 5-1 в пользу жесткого типажа. Очень сильно доминирует жесткий типаж. Особенно четверки со своим АВП очень сильно уничтожает. Так, а я не... У меня тоже зависло почему-то. Отлично, забирают своего. Бей свои, чтобы чужие боялись, как говорится. 4 хп, кстати, неизвестному игроку дают. Оставляют. И да, это 6-1. Странно очень. Все. Нормально все. Стрим идет. А то у меня он тоже почему-то вырубился. Хотя дропов у меня нету. И все идет нормально. Да, все идет нормально, отлично. И опять. Ну ладно. Надеюсь, все идет. Дропов нету. Один. Фреш делает минус. Забрили еще одного. Ну куда ж ты дальше-то чекать? Ну совсем уже фреш обнаглел со своим чеканием. Все, отлично. Я не знаю, это, видимо, Good Game лагает, потому что у меня дропов не было, отключений не было, переподключений тоже не было. Но почему-то все вырубилось. Скажем спасибо Good Game, что он все-таки вернул нам стрим. Да, на этот раз перестреливает кристалл. Видит он также Зигу. Ой, как неизвестный игрок просто набрил. Набрил через дверь в щель. Кстати, 7-1 уже тем временем счет, пока мы проверяли, лагает или нет. Я больше не буду отвечать на этот вопрос на самом деле. Выходит неизвестный игрок на мид. Кинули дым. На бета никого нет, спокойно заходит на бет. Витис уже заходит с мида, будет. Догадываюсь уже контры, что это Б.
вдвоем, правда, террористы. Женя подходит. Ждать Женю, ждать Женю. Женя должен сейчас убить Тёмку. Ну куда ж ты рандомишь? Дал бы инфу и забрал бы в спину. Давай. Остается он один. Делает он все-таки минус один, но его тоже очень быстро уничтожают. Счет 2-7. 2-7 в пользу жесткого типажа. Уже сразу было понятно. Все, я никого не слушаю, я стримлю, я молодец, жесткий типаж молодец, хорошо играют. Пошли опять фреш и неизвестный игрок на ДЛ, чтобы встретить свою участь. Умрут они победителями или же выживут и забреют всю команду. Фреш уже сделал один раз минус 5 с дробаша. Пока что это единственный мега-килл, который был за последние 9 раундов. Отличный чек от четверки, но, увы, на этот раз ему не повезло, и его сбрили очень быстро. Где война? Где война? Война на Зиге. Минус стил. На Зиге был еще один, да. С мухой, что ли? Нет, это была АМ-ка, прошу прощения, но звук такой ощущение, как будто был неизвестный игрок, потому что я не хочу материться на стриме, и поэтому... А у него такой ник не очень приятный. Эх, Никсон любит по головам стрелять на А. Опять он делает минус 2. У него, кстати, уже 11 фрагов. И фреш против Твитиза. 100 хп против 30 хп. Калаш против калаша. Хедшот против хедшота. Покажите нам Брейн. Но это не Брейн. Нет, ну куда? Фреш, куда ж ты лезешь? Ты на бомбу сыграл бы лучше. Третий раунд берет команда Контров. Должны они хотя бы брать 5 раундов примерно, чтобы было более-менее им комфортно играть за террористов. Но лучше бы, конечно, закончить свою сторону 8-7, свою пользу. Напоминаю, что с вами Фанат Рока. Мегакилл Кап номер 13.1. Общий призовой фонд 10 тысяч. И сегодня кто-то уйдет с этой суммой на веб-кошельке. По миду идет террорист, не знаю кто, нет, это неизвестный игрок, конечно же, он же великий. Уроки, правильно, уроки надо делать, уроки нельзя расстраивать маму. Мама это святое, если мама расстроена, то это все плохо. Зига выходит, террористы Зигу набривают им, фреш 24 хп, Женя 20, 14 вообще. Осталось двое, трое контров за плентом. На ДЛ. Не могут никак попасть по террористам. Хотя это просто тир. Тир должен был быть. Четверкам не дали почему-то АВП. Да, молодец, Кристал. Второй раз своего игрока. Бей свои, чтобы чужие боялись. Да, и... По вселенной... Неизвестный игрок по вселенной заканчивает этот раунд. Счет 8-3. Женя пока отстает от своей команды по фрагам. 4-1-5. Ассист мастер. Фреш. Ни одного не дал он еще добить. Всех уничтожает собственноручно. Спасибо очень большое. Я приму к сведению, кто я такой. Опа-на. Что-то случилось. Я не могу переключиться. А, вот все, пошло. Дело. Ох. П250 набревает. Стил. 24 хп у него остается. Будет он, скорее всего, сейвить. Калаш. Постарается. Хотя бы. Прячься. Не туда. Минус один. Бомба вылетела. Видел он. Фреш. Опять один фреш остался. Ему тащить снова придется. На этот раз, надеюсь, он сыграет на бомбу и покажет нам Брейн. Нет, все-таки подождал он. Правильно, в принципе, сделал, да. Не надо было бомбу ставить. Он мог еще подбежать, убить. Мало ли что могло случиться. Лучше подождать немного и, если что, уже там думать, что будет дальше.
Смелый, смелый кристалл. На Б выходят. Посмотрим быстренько за... Как это будет проходить? Зачем-то дым своего кинули. Ну ладно, это был мисклик, видимо, уже все контры собираются под Б. Никого я не видел. Тайминги, тайминги, господа. Четверки. О, господи, что же творит этот игрок? Я хочу его себе команду, я хочу от него детей. Как можно больше. 15-20, я не знаю, но... Просто так уничтожать противоположную команду, это многого стоит на самом деле. И с АВП, и с калаша, и без разницы. Я думаю, если ему дать нож, то он минус 5 просто в следующем раунде сделает. Окей, видимо, сломали хребет, поэтому он поднял прицел вверх и не смог никак убить Женю. Но 10-3, 10-3 уже в это время. 10-3 выигрывает жесткий типаж по жесткому... Карает четверки, 15-2-7, 2 ассиста у него все-таки сперл. Спер, видимо, фреш, у него 2 килла. Подсадка на Зигу, кстати говоря. Сейчас будет наказан. Да, наказан Женя за свою дерзость, за то, что он постоянно идет на Зигу, на фаст. СП 250 на... набили ему свинцом голову. На Б уже тем временем зашли, ай-яй-яй, пропустили они Б. Но P2000, конечно, это уже не то, что P250. Так что поэтому неизвестный игрок остался жив. Ну, я не знаю. Ну, дайте ему нож, но он сделает минус 5, спокойно же. Остается стил, стреляет в небо. Небо ему, видимо, сильно не нравится. И Никсон заканчивает этот раунд. Счет 11-3. Очень хорошо идут жесткий типаж. Посмотрим, что же будут делать 45D. Последний раунд, последний фулл закуп. 3 АВП и 2 М-ки вижу я у ментов. А, не орать, я подальше уберу. Сильно разошелся, согласен, да. Тивица делает минус, который попытался в щель забрать мид. Ах ты, Женя, ах ты, Женя. Неплохой чек, кстати, показал нам Женя. Под дым. Стил делает минус четверок. Не сделать ему с ножа минус 5 в этом раунде. Окей, заходит в это время с Тёмки. Но должен убивать, ну что ж ты творишь? Минус 1. Эх, не проверил дальше, жалко. Стил остается опять 1. И голова шот 12-3. Первая половина. Ну что, жесткий типаж за КТ, посмотрим, как они будут стоять. Да, также 3 на А, 2 в сторону Б. Бешеные глоки на миде. 70 хп оставили неизвестному игроку. В это время он еще успел как-то дать кристаллу на 48 хп. Очень интересно. И под коробкой стоят 45D. Им нужно брать этот раунд, этот пресловутый раунд, чтобы забрать потом... Ох, не проверили, что ж вы делаете-то, а? Мог спокойно сейчас делать минус 3, но не смог. Не смог, жалко. Окей, делать минус 2. На ДЛ, 3 на 3. Женя уже идет спасать свою команду, помогать. За плентом фреш, без патронов. Ему помогает неизвестный игрок. Не, убейте же его, Тивица, убейте. Что же вы промахиваетесь совсем? Наконец-то сделали это и... Похоже, да, жесткий типаж выигрывает 13-3. Скорее всего, будет счет 15-3. И надо выигрывать. Чтобы выиграть этот матч, нужно 12 раундов подряд будет взять 45D. И не отдать, причем ни одного раунда. Задержка, не знаю, примерно 5 секунд, 5, 6, 7, не знаю, где-то так. Стандартная у всех, в принципе. Должны они сейчас каким-то чудом забирать нож... Не, ну у меня просто нет комментариев, ну. За 30 секунд закончился этот раунд. Даже, наверное, за 20. Ну, я буду следить за ним. Я вот чисто буду следить за ним. Это великий игрок. Это World Edit под маской 4-4-4-4-4-4. А Б, выход. Минус 1, минус 2.
Ну что вы, друзья мои, выходите, вы же фас шли, быстрее, давайте, почему вы оставляете своих мейтов беспомощными? Фреш опять взял свой фанган, делает он минус на этот раз один всего лишь, Никсон им помогает, и четверки гонится за своей жертвой. Да, делает минус Акея, и 15-3, как я и говорил, теперь закуп у террористов, и посмотрим, что же они будут творить. Хорошие моменты, да, конечно, были, это следить, если за четверками. Я не знаю, как правильно его ник, ну, пускай будут четверки. Ай-яй-яй, что ж ты делаешь, Трик? Ну все, это остались четвером террористы, непонятно, что он творил с дамским пистолетиком на миде против АВП, ну, сильно поверил в свои силы. Четверки получает на дуэли. Выходит он на... Бомбу спалил. Надо бежать срочно, убивать всех. Два против троих. Правильно, бей своих, чтобы чужие боялись. Бей. Окей, что-то делать на респе. Давай, друг. Ты должен убивать. Нет, не убивает. Прыгает. Нет, ну, давай. Да, делает минус. 1-2 остается. Есть у него шанс затащить этот раунд. Ну, куда же ты перезаряжаешься на бегу? Нет, все, 16-3. Это ГГ. Жесткий типаж выигрывает этот матч. Проходят они в 1/8. Напоминаю, это турнир Mega Kill Go Cup 13-1. Вылетели у нас 45D с этого турнира. Ну а пока реклама.
Я сейчас разрываюсь между Gangnam Style, Gangnam Style и... Даже не знаю, что лучше. На самом деле у каждого свой вкус, и я не хочу ставить рок. Думаю, мало кому здесь понравится. Поэтому, как бы, такие рандомные мелодии абсолютно. Мне кажется, Harlem Shake уже всех задолбал, как и Gangnam Style. Что за трек? Sport You All, Let Me Hit It. Drop it. А, прошу прощения. Это были жесткий типаж против Dreamix. Просто перемешали еще раз сетку, я не заметил. Drop it. Fail, фейлов, да. Согласен. Кари, уже раз 50, наверное, называли, кто я, уже 50 раз спрашивали, кто я. Я фанат рока, всем привет, всем доброго времени суток. Стримим турнир, наслаждаемся музычкой, и кому не нравится, прошу, я не держу здесь никого. И нет ни брат Луча, и нет и ни сестра. Я его отец. Люк, я твой отец. Ладно, хватит. Троллей развелось. А я стримил с другого портала, на самом деле. А это Nobody One. Очень хорошая мелодия у него. Я сейчас ору.
Так, все, дождался я своей игры, которую хотел. Надо же как-то исправиться перед 45D, что я так их, можно сказать, опустил. Что, оказывается, они проиграли команде жесткий типаж. На самом деле, они не играли с ними, а играли против Inuse. И выиграли их со счетом 16-6. Сейчас они будут играть против Нонейма, которые выиграли своих соперников Expendables 16-3. Нимба Арена. Ну, кстати, не сильно такой уж распространенный. У них же там постоянные какие-то проблемы с сайтом. Постоянно они никак не могут... Потише немного все сделают. Так, и где народ? Ладно, ждем. Раньше, насколько я помню, когда я на имба-арене пытался сыграть игру, надо было добавить TeamSpeak, серверы, поговорить с ними, чтобы они добавили твою команду. Серверов у них обычно не было. Я думаю, Слэм, я думаю, стримит, должен, по крайней мере, стримить, если это на StarLadder, StarLadder обязательно. Слэм же их обязательный основной стример. Да? Ну прости меня, хочешь сесть на мое место? Приезжай, Питер. Сядь за мой компьютер, и ты будешь стримить вместо меня. А в сентябре. В сентябре я начал стримить. Если кто-то считает CSGO это то же самое, что CSS только обновленный, вы глубоко ошибаетесь. А Steam ID подтвердить, там надо к ним в группу зайти и вступить в нее. Не ввод, а ввод. С одной буквой В. Это во-первых. Во-вторых, это называется стрим. А вот это уже записанная игра. И я буду стримить No Name против 45D. Ее даже можно сравнить не с CSS больше, а с CS 1.6, потому что графика пускай вообще не похожа, да, на 1.6. Мы все помним, какие там. Ну, по крайней мере, для меня отвратительные пиксели, которые мне мешали постоянно играть, мне глаза просто жгло от CS 1.6, от его качества. А в CSGO больше все-таки от CS 1.6, нежели чем от CSS. Потому что мне надо как-то тоже заполнить пропуски, так сказать. Хочется тоже пообщаться с народом, пускай даже если они тролли последние. Стефани. Я передаю привет Стефани. А также моему нагруднику Стефану, раз уж на то пошло. Отлично. Так. Будут играть 45D против нонеймов. Карта D Inferno, видимо, уже порезались, уже готовы на сосочку. Вон, смотри в щель. Маркловым? А кто такой Марклов? Я лично не знаю, кто такой Марклов. Маркелов, может быть? Вот Маркелова знаю.
Софткор затроллил, ой, затроллил. Так, сейчас будет лагать, да. Сейчас не будет лагать. Сам мой СТВ еще лагает, ясно. Ладно, ждем. Ждем последнего из 45D. Да, конечно, я сделаю. Вот, я все выложу на Ютубе, все записи по отдельности будут лежать там. Что ответить? Фанат рока. Фанат, ответь мне. А ты задавал какой-то вопрос, что ли? Давай, удачного миксать. Если бы это не было мне в радость, то да, надоедало бы жутко. Но это то же самое, что... А, конечно, есть. Что ты думаешь? Так, музычка off. Я не понимаю, вот именно на этом моменте. Ладно, поехали. Да, есть 5 игроков. Есть 5 игроков с той и с другой стороны. No Name за КТ. 45D за Т. Пока что не было еще вроде ножей. Кстати, была блондинка. Покрасилась. Начались ножи. Да, и мне не 16 лет. По голосу да, но нет. Пошло Месилово. Кабанчики, кабанчики, вперед, не страшась. Идет уничтожать. Да, пистолет, конечно. На некоторых лигах, если так выбросишь пистолет, то жди пули в лоб. Зарезан GSB. Да что ж у вас за ники-то такие нечитабельные? GSB. Вдвоем контра остались, да, зарезан. 45 хп против 45. Давай вперед. Нет, не получилось. 45D будут, видимо, начинать за КТ. Сейчас будет свап, и я скажу... кто играет за кого. Что ты? Нет, не интересовался, не сильно было интересно. 45D, GSB, смотри в щель, So Bad, Zep, Хрум, No Name, Ранти, пятка, Никаса, на всосочку и Вилли The One. Не разобрались они, кто куда идет. Да опять какие-то проблемы с минимапой. Я уже и перезагрузил Steam, и перезагрузил игру, все равно не помогает. Почему-то, ну ладно. И именно почему-то на... Ну это, видимо, с вармодом связано как-то. No Name на всосочках в этом мгновении уже начинает первый в этом гейме минус. Дает. Пытаются выйти на плюс, на минус. Выход. Выход, да. Второй минус делает уже и получает жбан промеж глаз просто. Станет он китайцем. Ладно, не буду азиатских шуток. Парашют раскрой. Парашют не раскрылся, не коса. Упал вниз. Один против двоих. Ставит он бомбу. 9 хп. 9 и 100 хп против 100 хп иглока. Куда ж ты пошел и перезаряжаться? 10 хп у него осталось. Проиграет он, видимо, этот раунд все-таки. Если не сделает чудо. Сейчас дым кидается. Слышит он, скорее всего, минус. Прилетела Грена и минус. Да, конечно же. Конечно же, сделал, зарешал Зеп ВС. Этот раунд сделал 2 минуса для своей команды. Разочарование. Стримеру 15 лет. Определенно 15 лет. Я просто в этом уверен. Я скажу, пойду матери, что в 20 лет я зря менял паспорт. На самом деле, надо
Надо его вернуть обратно и через 5 лет, через 6 точнее, прийти по новой. Нет, ладно. Нет, получается через 4. Нет, я не без разницы. Не столь важно. Фанат не читает ничего. Так, уже залез на... Я не знаю, что сейчас происходит там на банане, но вот мне интересно, что сейчас здесь будет. GSB против пятерки и пятерка уничтожает GSB и выход на А, на Б точнее, на этот раз уже на Б. КСС было на А, конечно же. Делает минус 3. Нет, прошу прощения, минус 2. Зепс. И остается один. Пятка. Я понял, что он пятка. Спасибо. Остается пятка. И со всех сторон просто зажали беднягу. Он не знал, куда деться. Хотел жизнь самоубийством. Но его застрелили. Грустная была история на самом деле. 2-0 в пользу 45D. Молодцы ребята, и сейчас они, скорее всего, заберут еще один раунд. Нет, смотрите, закуп у команды террористов. Сейчас переломный момент будет, скорее всего, они смогут затащить этот раунд. Хотя, может быть, половина из них без брони. Что, скорее всего, GSB будет сейчас чекать. Не будет уже чекать, слепой он совсем. Второй мидл. Да, темную видишь, минус. Ранти делает минус, в нижнюю пошел. В нижнюю пошел, трое на А, кстати говоря. Калаш, куда ж ты флешку, а там же, вот он, а нет, все правильно, в принципе, да, но миллиметр направо, и все, она никого не флешит, кроме него самого, все, и она бессмысленна, на А выходят террористы, группировка, в шапочках, расстрел со всех сторон, калаши не могут вытащить, все-таки делает один минус. Через ящики, видимо. Билетон. Да, видимо, кто-то поменял ник, потому что он был не сильно читабельный. Смотрит мой стрим. Да, ISOBET делает минус 2, ставит точку. Жирнющую точку в этом раунде. 3-0. Опять слив будет у команды террористов. Всего лишь по 2500. Ай-яй-яй, как плохо. Как плохо без брони-то было, наверное. Ну, скорее всего, без брони я не знаю, в принципе. Может быть, они были с броней. Но глоки, господа. Одна флешка у Ранти. Будет он что-то творить с ней. На Б пошли террористы всею дружную толпою. Как вы можете заметить, дым накидывается, флешки. Одна флешка Ранти. Никто ничего не видит, не выходят. Давайте, не прочекали право. Зря, очень зря это было. Вышли, но все-таки сделали 1 в 3 размен. 1 в 4. И сосочки. Сосочки втроем на Б уже. Нет, не сосочки втроем на Б, а контры втроем на Б. Вчетвером уже пришли. Рандомит он через стену, никого не задев почти. СОБ 22 хп, 2 грены прилетает. Не, просто в никуда, на самом деле. Очень мало хп ему. Ай-яй-яй, зря. На хрума перегрыз он ему горло. 4-0 в пользу КТ, надо брать хотя бы 3-4 раунда, чтобы как-то нонейм себя ввел нормально за КТ. Если я громко говорю очень, вы мне скажите, пожалуйста, я отодвину микрофон подальше, потому что именно в такой интонации я и могу говорить в данный момент, потому что стримерство это все-таки эмоции и тому подобное. Я пытаюсь их выразить, но, конечно, кому-то покажется, что мне 15 лет и стример родит отсюда. Но я буду сидеть и достримлю для вас, для тех, кто все-таки смотрит с радостью этот стрим или болеет за своих мейтов, за своих родственников. Я не знаю, может быть, там мать чья-то смотрит, отец, сына сказал, что я пойду зарабатывать деньги. И они смотрят сейчас стрим. Я на самом деле хотел бы сходить, но ладно. Ранти делает минус. Размены с пяткой, можно сказать. И на А, в раз... Флешки, грены, дымы. Корявый дым своего попал. Зря. Хрюм. Так. На минус вышли. Соубэт здесь их встречает. Сэмку уходит, правильно делает, но его забривают сзади в спину. Хрум все-таки делает минус со своих ковров. Ставится бомба. Зачем? Сейчас с песков тебя убьют, дурень. Все-таки ставит он бомбу, 3 в 3 остаются, террористы все каленые, очень сильно встречают с респы Никаса. Двух синеньких,
Хрум подходит на шифте, да, получает он головешку свою. Небритую. Не знаю, они в шлемах, в противогазах вообще бегают менты. Да, решаются, правильно, решаются, сейвить надо. Чтобы в следующем раунде был закуп, есть закуп у контров. Смотри в щель, кинет дроп, и все будет хорошо. Хрум сам закупится. Даже два дропа он может кинуть. А у Зевепса уже есть. Есть. Так, ну и террористы, конечно же, своим раскинут тоже дропы. И 4-1. 4-1 все-таки взяли первый раунд террористы. Аллилуйя, поздравляю их. Переломный момент. Давайте тащите, ребятки. Я не знаю, за кого болеть пока что. Я болею за красивую игру. Слава богу, что микрофон еще включен. Это бывало такое, что я говорю, а потом мне сказали, что фанат, а ты разговариваешь сам с собой на самом-то деле. А, двое на втором миде, трое на миде даже. Зачеркнем их, я не хочу на них смотреть вообще абсолютно. Пускай там сидят на своем миде, стреливают, непонятно, что творят. Пятка идет на... Ну, не допрыгнул, мало каши ел на самом деле. Мало каши, мало манки. В детском саду ее не подавали, видимо. Или были с комочками, поэтому он ее не ел. Но сейчас не об этом, не о молодости нашей. Смотри, в щель уходит под Б. Странно, ведь... Почти все... Так. Ну, ладно. Двое на под Б. Будут террористы, видимо, выходить на Б. Да-да-да, раз... Нет, на... Прошу прощения, на А, я уже до сих пор путаюсь просто. И это трамвай. Трамвай, господа, они постреляли на А, раскинули и бегом, на бегом на А. Фу, опять припутал. Все, больше таких фейлов не случится. Я с КСС просто и не могу до сих пор привыкнуть, что я где Б. Делается минус бомба. Лежит, дали инфу, скорее всего, что выход на план А. Бомба упала опять. Просто в горячую картошку играют террористы, а вот ты взял, а нет, ты взял. Все, пошел наконец-то The Webs на Plant A, чтобы помочь своим мейтам. Бомба поставилась, смотри в щель, не смотрит в щель, он смотрит в открытую и попытается сейчас убить сосочков. Да, убивает он, еще один здесь, не убирая оружие, да, пятка делает минус, отлично. Через дым, стреляй через дым, минус один. И один в один, но у него мало хп, конечно, конечно, он делает минус и 4-2, поздравляю. Вилли The One только один делает в этом раунде свои минусы. И делает второй раунд для команды террористов, для команды No Name. Посмотрим, что сейчас предпримут террористы. Идут пятером, пятером с бомбой вместе на Б. Будем смотреть за смотри в щель. Опять сейчас, наверное, не прочекают. А нет, он ушел с той нычки. Так, подкинулись флешки, сейчас полетит Грена прям под ноги троим, о господи, сразу минус половину хп всем, забивают они, террористы, взяли те калаши на этот раз, но это им не помогло, совершенно не помогло, но, наверное, поставят все-таки они бомбы, нет, церкви зашел, Зепс, я очень любить английский. Не знаю, когда же переводится и что обозначает его ник. Вообще, каждый ник должен что-то обозначать, по идее. Но вот сосочки, это понятно сразу, у нас всплывает в мозгах, что такое сосочки, да? И, в принципе, понятно. Там, не знаю, пятка, но понятно, пятка и тому подобное. So bad, очень плох. SLDK, опять поменял ник. Хрум-хрум, сразу зайцы, ну и тому подобное. А вот что обозначает Zeps? Четвером по второму миду идут террористы, будет сейчас встречать Хрум. Хрум сейчас скажет привет The One. Ранти настрелял с P250, красавчик. А вот его мейтам не сильно помогло. Не сильно повезло. The Webs. The Poofs. Powers, видимо. Полный ник его читается. Один террорист Никаса остался. Один одинёшенька, Сэмочка, и его тоже сбривают, и счет 6-2. Я повторюсь, с вами Фанат Рока, это Мега Килл Кап Гоу 13-1. На кону 10 тысяч рублей. Первое место получит 5 тысяч, второе место 3 тысячи, и последнее место 2 тысячи. Кто уйдет с такими бешеными для геймеров? В принципе...
Ну кто уйдет? Давайте следить, кто уйдет с этой суммой денег. Пусть и небольшой, фактически. Пускай для кого-то это все-таки деньги, да? Да, уходит, даже не закосали его абсолютно, уходит он со своей нычки. Странно, что не юзают подсадку на вот этот балкончик. Очень она юзабельна, очень часто на самом деле встретишь такую. Я когда играл с КВ, очень часто такое видел. Было неожиданно. Да, простреливаем бетон, простреливаем 3 метра бетона, господа. Только сегодня и только в CSGO простреливаем бетон. Раньте делает минус на Б, ему своего мейт помогает, и 3 контра остается. Будут они бежать на Б, будут пытаться что-то отбить, но Ранти уже готов встречать вплотную. И вперед, господа, пятка. Что-то здесь не так. Должны, по идее, здесь синенькие пробегать, но здесь пробегают красненькие почему-то. Видимо, решили засейвить все-таки какие-то девайсики отобрать менты, но... Да, уже на А двое, и Хрум был под Б, но тоже убежал, будет сейвиться, 3 М-ки все-таки. Против 5 калашей, которые уже захватили плент Б, очень трудно отбиться, понятное дело. И сейв, счет 6-3. Очень неплохо себя показывает команда NoName, уже из 9 раундов все-таки 33% взять за террористов на Инферно, очень, я думаю, неплохо. Тем более, что сейчас очень плохой закуп у контров, и есть большой шанс, чтобы взять 4-й раунд свою копилочку. На самом деле, если смотреть на картинки слева, да, то можно подумать, что они с ножами закупились, на самом деле это не так. Немного троллинга, пусть и толстого, ну и что. На втором миде столпились террористы, двое под бананом, нет, один под бананом, один мид контролит, и, видимо, будут они выходить ковры. Стреляется Никоса бананом, делаем все-таки минус, пятка в это время тоже делает свой любимый минус в коврах. Соубэт не так уж бэт на самом деле, делает минус он Ранти, который вышел на плюс, стреляется с нижними коврами, давай, друг! Пятка вышел тоже, ну что ж... So bad, минус 12 хп остается у него. Непонятно, как он не забрал. В песках не прочекал, никто не прочекал Хрума. И остается один SLDK. Я бы назвал его Slowpoke, да и розовенькая аватарка располагает к этому нику. Потому что уже давно вышли, непонятно, где гуляла инфа, где ее пропили. Почему он сразу вовремя не пришел на помощь своим? Кстати говоря, очень хорошие сервера Мегакилл и Сервачок. Всем советую, все покупайте сервера именно там. Вот, мне вот стримил на других порталах CSGO, но просто СТВ постоянно лагает ужасно. А я смотрю, ну просто замечательная картинка. Сейвит СЛДК, сидит он на лавочке, ему только семочек не хватает. Но... И говорить про то, кто где рожает, и это... Петровна, слышала, из 32-й-то она купил ей ожерелье, откуда деньги берут? Ну, сейчас не об этом. 10-1-4, кстати говоря, а СЛДК мастер. Мастер, ассист мастер. 6 ассистов у него уже. Больше никто столько не сделал, максимум это было 3 у Ранти. Этот раунд Б возьмет. Шутки-минутки. Надо же как-то разбавлять. А не все время говорить, что да как происходит. Вы, в принципе, и сами все видите, что происходит. Я вам показываю, что успеваю фактически. Пятка сейчас опять будет ковры. Ковры его любимое место. Ковровый воин. И будет он GSB взрывать. О, пытаться или... Нет, SoBad это, простите. Эх! 600 голды слетело. Неплохой закуп, кстати. 3 таких дробаша.
Да, сбивает The Web в спину. Одного, второго и третьего. Давай, 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 друг мой, давай. Последние сосочки. Нет, дождался все-таки сосочки. И остается один против троих. Очень плачевная ситуация. Но сейчас бреет он одного. Да, все-таки сделан минус. И Хрумдель. Хрумдель и СЛДК остаются. Бомбу поставь хотя бы. Но Хрум тут как тут, тут как тут. Он закрытую ставит, да. Не должен сдавать. Нет, все. 7-4. Поздравляю их. Наконец-то переломный момент. Проигрывали они, можно сказать, сторону уже. Потому что 7-4 это уже не счет на Инферно. На Инферно надо за террористов, конечно, брать 5. И это будет вообще замечательно. Но если больше отдадут, то это будет очень плохо. Если 8-7 особенно. Декой зачем-то купил. Сразу выбросил. Флэш в стену, правильно. Дым на плюс. Уже сразу пошли чекать ковры, потому что знают, что... Ой, как набрил-то Соубэд! Отлично, GSB помог и минус 3 в самом начале раунда. Ничего уже не получится у террористов. Если они не сделают чудо, то это будет уже 8-4. Они навряд ли сделают чудо, потому что уже у Вилли 29 хп, а все контры нифига не каленые. Посмотрели друг на друга, подумали, а к черту, пойдем сейвить. Но целую минуту сейвить я успею на самом деле... Так, нет, пропаганда курения и алкоголя запрещена на Good Game, поэтому я не буду говорить, что я сделал. И Вилли 29 хп. Все-таки не смогли они засейвить, не захотели даже сейвить. Странно, странно, странно. Ну ладно, это не мое дело, это они играют. 8-4 счет, как я и говорил. Напоминаю, что играют 45D против команды NoName. NoName проиграли ножи, поэтому начали за террористов. Вполне, по-моему, очень хорошо идут. 8-4. Очень хорошо на Б принимают с двух сторон. Не могут никак нормально выйти террористы. И пытаются все равно на сливе как-то забрать Б. И, скорее всего, сейчас также плачевно все закончится. Смотрим на ХП. Опа-на, все. Нет, на этот раз не попал так сильно грены, но в прошлый раз, когда мы видели, было просто по 50 минус ХП у каждого. Правильно? Кидай грены своих, правильно. Бей свои, чтобы чужие боялись. Бей. Вот пытаются они постоянно пройти под Б. Непонятно, чем так манит эта буква. И да, минус 3. СЛДК спреем. Спреем забрил. Уничтожил троих. Зря они выходят Б все-таки. И два раунда остается, кстати говоря. Это последние два закупа у обеих команд будет. Даже если террористы сейчас проиграют, все равно волевой последний закуп. Надо, не знаю, дигл взять по привычке из КСС и КС 1.6, правильно же? Да, чувствую, голос у меня совсем сядет уже к 1-2. И, как всегда... А, на этот раз уже Ранти полез в ковры, и на этот... Нет, лучше б, конечно же, пошел, как всегда, пятка в ковры на балкон, но умеет там убивать, и делается уже 3 минуса в коврах, просто вся в кровище, все ковры в кровище. Надеюсь, обои у них самомоющиеся, иначе будет очень трудно уборщице потом все это убирать. Значит, трупы выносить. Хитмана пригласите. Он-то уберет, точно. Вдвоем остаются террористы против четверых контров. Будут они пытаться, видимо, что-то делать. Ну, правильно, осталось два раунда. Тут либо все, либо ничего. И, эх, по таймингу просто взял флешку. И все, 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 все очень плохо. Зря выходили именно так. Ну да, я понимаю, конечно, что надо было флешку кинуть, и ковры бы вышли, и что-то можно было бы еще сделать, но там никого бы не зафлешило. И последний раунд, 10-4 счет, в пользу 45D. Но NoName взяли 4 раунда за террористов, и будут дефить они скоро за... Вот это CSGO, вот это я понимаю. А, дымоход? Не слышал. Кидается дым на банан, правильно, чтобы они в дым выходили.
Вот, наконец-то они. Они догадались, что не надо рашить на Хрума, надо подождать, пока он выйдет. И четвером же контре остается. Можно сказать, четвером и террористы остаются, потому что Вилли 9 хп, он уже не жилец. Ему 9 флешек и привет пока. Непонятно, зачем выбрасываются просто так флешки. Просто в никуда, на плюс. Гоудоты, пацаны, я создал. Все, видимо, все тролли ушли, чатик сдох моментально. Зепс, The Powers сделал минус и сравнял счет. Можно сказать так, и... Хорош, Вилли, хорош! Убивай своих! Слишком много... киллов своих, тимкиллов, да, видели... Уже на этом стриме. Не слышится, Убэт, ну повернись же ты направо. Ну что ж ты вообще не слышишь-то? Никаса все-таки убил его. И 2 в 2. 2 в 2, 2 в 2. Просто вовремя вышел на самом деле. Да, Good Half, Good Half пишет. 5 раунд взяли благодаря сосочку. Он сделал дабл. Сэмки, можно сказать. Не уверен, что было одним патроном. Скорее всего, ну, 3 досталось, конечно, очень хорошо. И в данный момент нонеймы. Нонеймы сейчас покажут нам скилл за КТ, как надо дефить на самом деле. Показывали неплохой тимплей. Вместе выходили на Б, вместе выходили на А, вместе выходили на Б и сливались, причем при всем при этом. И все равно шли на Б. Сосочку уже... Так, выход, выход, выход на минус. Здесь только сосочки, 43 хп у него остается. Идут они на респ. И это будет план Б. План Б никто не защищает. Все ушли, Ранти возвращается. Пятка, Вилли уходят обратно тоже помочь своим. И ставится бомба. Минус один от Ранти. Дым у него кидается. Должен проверить справа. Давай справа. Нет, не успел проверить нормально. Все-таки на размен не сыграли даже. The Webs уже делает минус 2. Так, прошу прощения. Все. Вот теперь все ок. Так, проверю. Дропы. Дропов нету. Все хорошо. Стрим не должен лагать ни у кого. Я рад, я счастлив. Первый раунд за командой 45D, которые начали... Вторую половину за террористов. 1-0. Пользу 45D. Но неймы проигрывают. Жалко очень. Очень хороший выход был на минус. С их стороны. Со стороны 45D. Террористы зарешали. В темную зашел пятка. Очень любимое место у него, видимо, ковры. Очень любит туда заходить, туда рашить. И он держит за КТ также. На щель сосочки уничтожил Собет. Как я уже говорил, so bad не настолько so bad, как он считает. Слишком плохая у него самооценка. И да, уничтожается, конечно. Тут даже можно без комментариев, потому что здесь все понятно. Слив, все вместе. Что же они сделают? Никаса только сделал минус. Да, молодец. Попытался он еще заработать себе денежек с великого оружия. Увы, вылетело из головы, как он называется. В DayZ очень помню... Чисто оружие, чтобы убивать зомби. Ну, ладно, у нас сейчас CSGO. CSGO, не DayZ. DayZ не CSGO. Что, go в доту? Ну, идите в доту, идите. И вы не узнаете никогда, кто же заберет эти 5000. Опять вместе играют. 45D, очень хорошая командная игра. Не то, что у нонеймов, они выходили и как-то постоянно их сбривали. Да, на этот раз берется Plant A. Ранти уже идет обратно к своим друзьям. Вилли, прочекали его все-таки. Галил, да, конечно. Спасибо большое. Совсем вылетело из головы. А, как... Тьфу. Что ты меня путаешь? Это... Ну, совсем меня запутал. Все, я не скажу ни слова. Я буду сидеть и смотреть. Осталось 3 раунда террористам взять всего лишь, чтобы пройти в 1/4, попытаться
забрать денежный приз. Но Неймам тоже ведь хочется, тоже хочется. И они попытаются, скорее всего, сейчас на закупе взять эти пресловутые раунды. Взять 11 раундов им нужно взять против 3 раундов. 3 раза труднее им будет. СЛДК уже и пятки настреляли, как только могли, прострелом причем пятки. Молотов кидается на банан. В кого он сейчас попадет? Ни в кого не попал, ни в кого. Нет, GSB нет, рядом даже не стоял. Да, и стреляется в колокол, чтобы не было слышно, как идут по второму миду, как залазит Собет в ковры. И на этот раз пятка... Не смог остановить напор Соубеда. Видит Хрум, спреет, ай-яй, 5 хп у него остается, хотя бы жив еще. Так что он может повлиять на конец этого раунда. Вилли делает минус. В это время GSB попытался выйти на Б, ничего у него не получилось. Никаса не ушел до конца. Сосочки. The Webs выходит. Ох, отличные головошоты летят от него. Двое на... В минусе остались менты. Еще. Причем у Хрома всего лишь 4 хп, ставит он бомбу, должен уходить, пытаться не стреляться, делать лучшую позицию для себя. Нет, все-таки сбивают его спокойненько. Будет играть на бомбу. Вдвоем смотрят в ковры. Ну конечно, конечно. Ну как же ты будешь смотреть-то так? Неудачно. Ну должен играть на бомбу, 36 хп, давай, жди. Дождался. 9 хп и раунд за ним. Прошу прощения за этот очень громкий хлопок. Да, 2 хп остается, оба выжили, да ладно. Живчики, однако. И счет 14-5, плохой закуп у контров должен быть, да, нет. Вы смотрите, КМ-ки, фомасы все-таки закупили, волевой закуп. Попытаются они затащить. Кстати говоря, Я не знаю, честно, как читать правильно его ник. The Powers, The Pivs, я не знаю, как-нибудь так. Набил уже в это время 21 фраг. 57 очков у него. Ну, на сосочку понятно, он там на дефил, поэтому у него 40 очков. Обгоняет он своих мейтов на 15, на 26 очков даже кого-то обгоняет. Под Б идут террористы. Никаса сделал размен. GSB убивает своего. Господи, делает минус 2, можно сказать, Никаса. Молодец. За машиной до сих пор сидит, никто его даже не простреливает. Да, пытаются, но почти получилось у него выжить и сделать минус. Но Соубет остался один. Делает он минус 1. И все, и 14-6, это переломный момент для команды No Name, должны они тебя тащить, еще раз тащить. Давайте, порадуйте зрителей, порадуйте стримера, пожалуйста, я очень буду рад. Если будут оверы, я вообще буду скакать и прыгать от счастья. По второму миду опять террористы, любят они второй мид. Ах. Посмеялись мы вместе над флешкой The Webs, но ничего, с каждым бывает. Каждый может промахнуться. Мы все люди, мы все ошибаемся. Машина, горящая машина. Здесь не хватает медведя, но сейчас не об этом. А где взрыв? Все улучшается со взрывом. Бензин-то точно хоть какой-то должен был остаться, а молотов-то... Ну, не знаю. Нереалистично как-то, нереалистично. На щель Никаса смотрит Б. На инфу, можно сказать. Бизон, да, спасибо. Да, зрители на КС Пул. Это Лайв КС. Бикап Мега... О, Маникап Мега Килл. Номер 13-1. И 3 в 3, 20 секунд остается. Террористы должны что-то предпринять. Они уже выходят на А. Молодец, The Webs делает минус 2.
И остается Никоса. Никоса должен тащить этот раунд, иначе это будет ГГшенька для его команды. Пытаться он должен, не должен он сейвить. И так у всех закуп хреновый будет. А у тебя ФАМАС, это не закуп, можно сказать. Хотя хорошее, конечно, оружие для кого-то, кто умеет с него стрелять. Но сейчас его сбреют. Нет, смотрите-ка, с ЛДК минус сделал. 40 хп у него остается, 10 хп. И 70, 80 против 40. В два раза хуже ситуация. Ровно в два раза хуже ситуация. Потому что бомба стоит, двое террористов с двух сторон, 30 хп против 70, будет играть на бомбу. Эх, попытался дефить сразу, ничего у него не получилось. 15-6, счет 15-6. Последний раунд 45D, и это будет ГГ, 45D выиграют этот матч, пройдут в 1/4 и будут бороться дальше за денежки, за... Что там еще есть за очки? Все будет у них очень хорошо. Надеюсь, все-таки, что какой-то отпор на нейм дадут. И им важно выиграть этот матч. Посмотрим. Так, следим за, дымом. Полет. 6 секунд полет нормальный. Дым прилетел. Все, сейчас будет выход на Б. Все вместе. Раскидки хотя бы знают. И то радует. Очень хорошо. Очень сильно радует. Кто не знает, с этим мотов можно погасить дымом. Да, уже все менты пришли в дым. Ага, конечно, конечно. 5 раз сказал Ранти за Вепсу. Буду его все-таки так называть. Да, сбривают уже двоих, уничтожают. А бомба-то на А тем временем. Бомба на А, но СЛДК остался один. Один против троих. На этот раз все в сторону ментов. И будет сейчас делать какой-то минус. Да, минус СЛДК. И 15-7. 15-7 есть, конечно, раздефит. Если во время дефа кто-нибудь не зависнет, бомба не... Нет, все хорошо было. 15-7, но нейм выиграли этот раунд. Будет у них нормальный закуп. У террористов, ну, не сказал бы, что будет нормальный закуп. Скорее всего, это будет слив, потому что экономика очень плохая. 3300 и 2700 это не деньги. А, ну уже закупился GSB. Было на самом деле у него 3500 где-то. Замечательно. 19 на 8 СЛДК. Тащат они вместе с Зэп. Я не знаю, ладно, поехали. На банан пошли террорист. Тем временем Никоса убивает одного. Головошотом в голову с ФАМАСа. ФАМАС все-таки решает, как оказалось. Но правда, брони нету. Он любое оружие будет решать. Даже, я не знаю, ну какой-нибудь... Тут не хватает четверок и его ножа. Было бы неплохо на самом деле. Ножа просто сделать минус 5. Уничтожает Саубет. Как будто он нажал кнопку самоуничтожения. И сосочки приходит и добивает двоих. И счет 15-8. Все-таки дают какой-то отпор. Ненавижу тогда. Уходи со стрима, если ты не любишь CSGO. Здесь все сидят, которые любят CSGO. Любят поубивать после работы. Там, после школы, после универа. Поубивать людишек. Посмотрим, нет у меня никаких дропов. Уже 2 часа идет стрим. Нужно сделать мне маленький перерыв. Что и будет после этого матча. Как только мы увидим решающий раунд. Или мы увидим оверы, или мы увидим, как 45D выиграли этот матч. Сосочки делают минус 1. Очень-очень сильно прошел на мид. Убил яму. Будут, видимо, разыгрываться под Б. Я пока не знаю, что происходит вообще на карте. Все бегают, что-то пытаются сделать. Какой-то минус. Видимо, от минуса играют. Не хотят они сильно лезть вместе. Хотя именно так они и брали раунды. Надо бы им еще раз попробовать пройти куда-то все вместе. С раскидками, флешками, гренами, дымами. Декоями, в конце концов. А не стоять для 30 секунд и ждать, когда же полезут менты, хотя все знают, что менты не полезут, они же проигрывают, зачем им лезть. Хотя сосочек, конечно, дерзко сыграл в начале раунда, и сейчас делаю еще второй минус. Пытается Саубет пройти по коврам, дает он флайшот, минус 2. 3 в 3, остается 10 секунд, должны что-то делать. Ну что ж вы, где вы, почему вы не помогали своему мейту? Это проигрыш, это опять
проигрыш террористов 15-9. Будут тащить, видимо, нонеймы до последнего, до победного конца, до оверов. А кто их заставляет? Кто их заставляет любить CSGO? Мне лично CSGO тоже до сих пор не нравится. Мне больше нравится CSS, потому что там более лучшая АВП, и я хотя бы нормально доводку могу сделать, а не как ты даже если сидишь, то у тебя немного все равно плавает прицел, и доводку нормально почти не сделать. Но только если каждый день по 20 часов не играть в CSGO, тогда уже 4-5 выигрывает. Ну не знаю, не знаю, не знаю. Да-да, это огонь. Ты угадал, Зэ. Спонсоры команды заставляют любить CSGO. А у этих команд есть спонсоры у кого-то? Сосочки, ну просто... А, врубил World Edit'а, врубил что-то непонятное. Да, правильно, Вилли, хватит жить на этой земле. Лучше спрыгнуть и под греной взорваться. Но ничего у него не получилось. Надеюсь, он сам уничтожится в следующий раз. Раньте на минусе. Пятка сменил позицию, теперь он будет жить на Б. Был он раньше в коврах постоянно. Из-за террористов, из-за контров начинал. Ну, видимо, решили поменять. И выход сейчас будет на плюс-минус. Нет, делает, видимо... Ну, что же они творят-то, а? Сосочки делают минус. Ну, по одному просто сливаются террористы. Видимо, они хотят тоже оверы показать, на что они способны. Комментатор, не скажу. Я забыл свой ник. Попытались выйти под Б, бомба упала, будет дальше чекать. Нет, это провал, это провал террористов. Они так хорошо начинали. Они так хорошо начинали и сейчас так плохо заканчивают. Да, и убивается еще АВП у них. 15-10 счет. Должны все вместе куда-то идти и рашить, но только не на сливе. Да, у них закуп калаши, два калаша вижу, три глока. Видимо, от калашей будут играть. Плачевно все, мне кажется. Если от двух калашей играть, то это уж совсем. Да, это... Да, братишка. Сестренка, еще скажите, что это сестренка Лучан. Выход на плюс, на минус, на минус. Пятеро идут. Ранси сбривает двоих. Молодец, какой троих. СЛДК все-таки сделал. Остановил. Остановил. Бешеного Ранси. Пятка делает минус СЛДК. Убийца убийц. Это как Кеннеди. Убийцу Кеннеди убил убийца. И поэтому они сейчас ищут убийцу убийцы 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 Кеннеди. Нет, до слэма, я думаю, мне еще далеко. На самом деле, у слэма большой словарный запас, в том смысле, что он знает, можно сказать, каждых игроков в лицо, и он может рассказать во время стрима, что да как, да хоть про личную жизнь он может рассказать. В стриме отличный дым, а нет, это даже флешка была, отличная флешка в никуда, дым в коврах. 15-11 уже тем временем, сосочки набирает, да, уже вышел в лидеры в своей команде, даже обошел... Лидера СЛДК на одно очко. Мне 22. Это так, для информации. Втроем на банане. Террористы, непонятно. Ну, опять они хотят что-то непонятное сделать. Вдвоем под А, втроем под Б. Кидается флешка в ковры. Трата флешки, мне кажется, там очень легко от нее вернуться. Дым на плюс... чтобы выйти. И под навесом, да, сосочки сбрили, наконец-то, и можно решать этот раунд. Уничтожили самого полезного игрока, который играл за ментов, за нонеймов. И сейчас будет выход. А, да, уже на плюсе, Хрум в коврах, Соубэт в коврах, с ЛДК, со своим мейтухой. GSB вышли на минус, будут они сейчас решать, да, минус. Один делает GSB на... Да, с ЛДК. Размены. Никаса делает минус 2. Даже размен еще лучше. 2 в 2. Остается 10 секунд. Опять очень мало времени остается террористов. Это, похоже, будет 15... 12, да, 8, 7, 6, 5,
4, куда ж ты стреляешься? Иди и ставь, иди и ставь. Убивайте, идите. Нет, не успел поставить бомбу. 15-12 на соплях просто держится. Но нейм на соплях выигрывают эти раунды. Очень хорошо сейчас отыграли. Менты дождались, не лезли сильно. Террористы очень долго терпели на самом деле. Ну, прям хорошо все. У нонеймов 5 диффузов, деньги есть, 8500, 6200. Будет закуп, даже если вчетвером сольются, будет хороший закуп у всех. Двериш нет, 22 мне. 22, не 20 даже, как вы считаете. Только не говорите, что... Нет. Я вас ненавижу, люди. Люди, зачем вы это сделали? Я понимаю, что счет 16-12, но я хочу посмотреть этот раунд последний. За что вы так со мной? Да ну вас. Рекламная пауза. Пам-пам. Я не понимаю, все равно почему-то лагает это. А это видео нормально. Так, сейчас сделаем маленький перерыв, минут 5-10 мне надо. Надо немного передохнуть. Надо освежить горлышко. А пока же для вас музыка. We'll be right back.
Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. Well, the years start coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart but your head gets dumb. So much to do, so much to see. What's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. And all that glitters is gold. Only shooting stars break the mold. It's a cool place. They say it gets colder. You're bundled up now. Wait till you get older. But the media men beg to differ. Judging by the hole in the satellite picture. The ice we skate is getting pretty thin. The water's getting warm, so you might as well swim. My world's on fire. How about yours? That's the way I like it, and I'll never get bored. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on. Go for the moon. Hey now.
Дамы и господа, чтобы отделить, так сказать, один стрим от другого, я сделаю сейчас рестрим. Включу и выключу стрим.